Друзья, всем ассаламу алейкум, всех приветствую на канале «Шеф готовит». С вами я, Мухаммад Муртазалиев. Ну что, наступила жара в наших краях. Не знаю, как у вас с погодой, но последние дни у нас очень жаркие. И я решил прийти к вам на помощь и научить вас, как можно приготовить очень вкусный молочно-арбузный напиток, который поможет вам утолить жажду. А также я сегодня поделюсь с вами рецептом фруктово-ягодного салата и покажу, как приготовить фруктовый соус. Что, начинаем? Друзья, давайте начнем с абрикосов. Вот у меня, я сегодня взял вот такие замечательные абрикосы в магазине. Сейчас мы удалим косточки. Делаем надрезик ножом, чтобы красивые у нас были дольки. Первыми в миску отправляются наши абрикосы. Друзья, затем сюда же в миску мы отправляем виноград. Вот такие плохие не берем. Чтобы салат получился красивый, выбираем только красивый виноградину. Дальше мы отправляем клубнику. Клубнику не будем нарезать, будем отправлять целиком. Затем у нас идет голубика. Вот прям так я ее заранее промыл, всю ягоду. И фрукты тоже заранее промыли мы. Так, затем у нас пойдут пару мандаринов. Сейчас мы их очистим от кожуры. Также нам мандарин потребуется, чтобы сделать вкусную фруктовую заправку, вкусный фруктовый соус к нашему фруктовому салату. Возьмем спелую сливу. И нарезаем ее. Авокадо у нас немного твердое, поэтому красиво нарезать не получится его. Вот таким мелким кубиком нарезаем авокадо. Какой сочный виноград. Друзья, что это я все время костер разжигаю на тандыре, потом на шампурах что-то готовлю вечером? Я думаю, вам интересно иногда посмотреть просто вот такие полезные и простые рецепты. Тем более, помимо взрослых зрителей, наш канал смотрят и зрители помладше. Как раз это видео больше для вас, молодежь. Ничего не нужно, костер разводить. Спокойно можете повторить это дома. Потом мне расскажете, как получилось в комментариях. Так, дальше у нас идет банан. Как хазбик нарезал. Вот такой аромат пошел от банана сразу. Бананом мы заморачиваться не будем. Прям вот так и нарежем его. Ананас. Вот какой у нас сочный ананас.
Сейчас мы тоже кубиком нарежем. С ананасом повезло, дорогие друзья, попался с пилой. Просто пушечка, бомбочка. Друзья, вот мы и собрали с вами наш салат из фруктов. Сейчас мы подготовим соус к нему. Сперва я пойду руки помою, у меня липкие руки. Так, для фруктовой заправки нам потребуется лайм. Даже два лайма возьмем. И выжимаем его. Так, затем нам потребуется пару мандаринов. Так, затем нам нужен будет кокос, дорогие друзья. За ваше здоровье. Это у нас, друзья, мед. Познакомьтесь. Немного меда. Вот такая вот оригинальная заправка фруктовая получается. Заправка у нас готова, друзья, но пока мы заправлять салат ею не будем. Сначала приготовим прохлаждающий напиток из арбуза и молока. Пойдем за арбузом. Сразу такой запах лета пошел. Друзья, вот мы нарезали арбуз. Затем мы берем вот такую вот чашу. И мелко-мелко нарезаем туда арбуз. Смотрите, как это происходит. Ну, рекомендую вам косточки удалить. Я прям с косточками нарежу. Мы сейчас возьмем, посмотри,
Порежем арбуз вдоль, вот так, и поперек. И прям вот так мелко-мелко будем крошить его сюда. Друзья, чтобы мякоть еще стала меньше, можно прям вот в посуде вот так ножом повести, чтобы более-менее мякоть размягчить. Только делайте это осторожнее. Арбуз так еще больше отдаст сок, и наш напиток получится очень вкусным. Друзья, вчера ночью залил в эту тару воды и заранее подготовил себе большую глыбу льда. Сейчас я буду ее разламывать. Вот у меня есть такой ледокол специальный для этого дела. Такие глыбы льда нам потребуются, чтобы они быстро не таяли, так как уже жара. И если мы добавим кубики льда, они быстро растают. Пригодился нам топор. Все-таки в этой серии без топора тоже мы не обошлись. Так, затем мы добавляем молоко. Дорогие друзья, для цвета, чтобы у нас такой получился нежный арбузный цвет, нам потребуется краситель. Опа, посмотрите, как кровь. Немного красителя, это даст хороший цвет, аппетитный. И возьмем немного арбузного монина. А, это сироп. Он тоже даст такой более яркий вкус. Немного. Так, а вот теперь самое время, друзья, помешать нашу заправку и заправить салат. Друзья,
Вот я сегодня вам показал, как приготовить летний прохладительный напиток из арбуза и молока. А также я поделился с вами просто нереально витаминным салатом, который состоит из фруктов и ягод. Также я вам рассказал о рецепте вкусной заправки фруктовой. Подробный рецепт, друзья, вы найдете в описании этого ролика. Ну что, пробуем, друзья? Смеля. Просто волшебно. Как раз то, что нужно для организма. Очень вкусно, очень много витаминов, очень полезно. А то все мясо да мясо. В знойную жару попробуем наш молочно-арбузный напиток. Просто наслаждение, друзья, очень вкусно. Еще мякоть арбуза попадается во рту, это вообще очень вкусно. Дорогие друзья, хотелось бы сказать, что нас смотрят много зрителей без подписки на канал. Хочу вас попросить, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это очень сильно поможет нам в развитии, а мы, в свою очередь, постараемся вас не подводить. Я и моя команда канала «Шеф готовит» будем стараться изо всех сил, чтобы радовать вас стабильно вот такими вот вкусными и полезными рецептами. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, друзья. Увидимся в комментариях. А кому интересна моя повседневная жизнь, вот сейчас выйдет мой Инстаграм. Подписывайтесь, ссылку на мой Инстаграм тоже оставлю в описании. Удачи!